Добрый день, уважаемые, с вами снова я, это 48-я серия пиратского самозамеса. Напомню, что в конце прошлой серии был анонсирован розыгрыш 200-ом ТПА, ну и в этой серии будет приятный розыгрыш. Не стал дожидаться круглой цифры в 20 тысяч подписчиков и решил анонсировать этот розыгрыш заранее. Разыграем 10 баков Goblin Mini V3, условия как всегда в конце этого видео. Блин, еще раз спасибо, что смотрите. Вернемся к пиратскому самозамесу. В прошлой серии был рецепт, который давно просили, похожий на Milkman Churros от Weapin' Rabbit, жижа, которая продается в таких пакетиках типа молока. Думаю, многие видели и пробовали. Нас хотят удивить сладким сочетанием теплой выпечки с корицей, покрытой хрустящими хлопьями с медом и орехами. Попробую, что получилось, пробую на трехэтажном гоблине мини V3, трехэтажном HRX 2/3 с обновленной прошивкой, где виден логотипчик. Я сделал, чтобы у меня было свэк, типа там АК, все дела. Пробую. На первом плане чувствуется мороженка с послевкусием коричневого печенья. Думаю, через недельку она станет еще поярче. Далее кремово-молочное послевкусие, получилось все это хорошо. Но в этой серии я обещал Сникерс, думаю, описывать этот вкус не нужно, это должен быть шоколадный батончик с карамелью и арахисом. В интернете есть рецепты Сникерса, но все, что я пробовал, было полным трешаком. Поэтому попробую предложить вам свой рецепт. Для рецепта понадобится 7 аромок от ТПА, и я попытаюсь объяснить, что к чему и почему. Приступим. Давайте будем идти по слоям. Первое, что мы сделаем, это шоколад. Для этого нам понадобится Double Chocolate Dark 5% 45 капель 1,5 мл и Milk Chocolate 4% 36 капель 1,2 мл. Дальше карамель. Не путайте обычную карамель с карамелью Original. Нам понадобится карамель Original 2% 18 капель 0,6 мл. Ну и то, что должно быть основой вкуса, арахис. Дофига арахиса. Peanut Butter 4% 36 капель 1,2 мл. Возьмем как арахисовую основу и расширим ее. Toasted Almond 2% 18 капель 0,6 мл. Чтобы все это лучше сработало, советую добавить туда 10-15 капель ацетилпирозина, но у меня он, к сожалению, закончился. Он усилит ореховый вкус и стабилизирует жижку. Ну и на послевкусие добавим кремовости. Bavarian Cream 2% 18 капель 0,6 мл и Sweet Cream 1% 9 капель 0,3 мл. С аромками и все. Рецепт я сделал по классике в 70 на 30. Точные пропорции для приготовления найдете в калькуляторе по ссылке под этим видосом. Если у вас готовая база 70 на 30 и вы не хотите париться с точными пропорциями, не парьтесь, заливайте как есть. Настаивать нужно от 3 недель, тут много аром и придется подождать. Давайте попробуем сразу, что получилось, ибо интересно, мешаю я его первый раз. Пробовать буду на своей пробовательной дрипке Goblin Mini V2, намоточка там фьюзы, мод Сигелей 213. Получилось прикольно, конечно, это все только что замешано, чувствую шоколад, карамель, арахис, можно даже арахиса чуть-чуть побольше, а карамели поменьше, ну ладно, теперь трогать не буду, посмотрю, что получится после настаивания, пока что мне все нравится. Пробуйте, делитесь рецептом в комментариях, для тех, кто хочет рецепт из интернета, повешу его где-нибудь вот здесь. По мне, так это нифига не Сникерс. Как всегда, добавлю рецепты серии в калькулятор, ссылка на Яндекс.Диск в описании этого видео. Там можно поменять концентрацию под себя, изменить объем жидкости в итоге, количество никотина, пропорции базы или поэкспериментировать с тем, что на свой вкус. Ну а теперь давайте поговорим про розыгрыш, о котором я упомянул в начале этого видео. Я хотел устроить его на 20 тысяч подписчиков, за что вам огромная благодарность каждому. Но все же сделаю его раньше. Я долго думал, что разыграть, и решил, что это будет 10 баков Goblin Mini V3. Этот бачок мне прямо очень зашел, сейчас его без устали всем рекомендую. Что нужно сделать, чтобы принять участие? Первое. Быть подписанным на мой канал Arthur Cam Vape, то есть это розыгрыш только для подписчиков. В день проведения розыгрыша у вас должна быть отключена настройка приватности, чтобы я мог увидеть, что вы подписаны на канал. У кого не будет видно, сори, без обид, как и было это во всех прошлых розыгрышах. Второе. Быть подписанным на группу Smart Gear и Arthur Cam Vape. Ссылки будут в инструкции и описании к этому видео.
Третье. Сделать репост записи с розыгрышем и желательно закрепить его. Закреплять не является обязательным условием, это больше просьба, чтобы в день выбора победителей я не копал вашу стену, а археолог. Если вы репостите и выкладываете тонны всего, лучше закрепите. Но если у вас активная позиция на этот счет, никого не принуждая. Ну и последнее, по классике, под этим видео не ВКонтактике, а именно на Ютубе, именно под этим видео написать «Хочу ништяк от Артур Камвейп» и адрес своей страницы ВК. Именно по нему рандомайзер будет определять победителя. Дублей быть не должно. Оставлю коммент как пример. Кроме этого, можете писать любые комментарии под этим видео, стараюсь отвечать по возможности. Они не будут участвовать в розыгрыше, призовыми будут только комментарии с хэштегом. Ну вот, в общем-то и все, победители будут определены 30 октября в формате онлайн-стрима. Да, напомню, удобная и понятная инструкция с ссылками будет в описании этого видоса. Ну и конечно же розыгрыш 18+, без всяких беременных школьников. Также не забывай подписываться на мой инстаграм, это не условие, это так, для кучи. Спасибо, что досмотрел до конца, приятного и пока. Эти окошки кликабельные и конечно же не забывай подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо.